Ну, провели на этом сборе заключительный матч контрольный. Так, на достаточно неплохом, скажу, уровне. В плане и двигательной активности игроков. И уже более-менее стало получаться организованные действия при развитии атаки. Вот, конечно, есть естественные ошибки, и эти ошибки, наверное, будут в футболе. Но в сегодняшней игре их так было достаточно в небольшом количестве. Ребята восприняли, то есть теория, там разбор игр пошел, работа не прошла даром. Так, игра такая была на неплохом качестве. Вследствие чего так и после взаимодействия создавались голевые моменты. Единственное, надо было реализовывать. Ну а так, план работы, в принципе, так выполнен, что то, что запланировано, контрольные игры, мы практически то, что запланировано, и сыграли. Несколько тренировочных занятий в связи с погодными условиями были отменены. Мы заменили это теорией и работу на силу, и скоростно-силовую работу. Ну а организацией займемся, на следующем сборе больше уделим внимания.